Хотя оттуда тоже будет видно. А, видно маяк. Да. Посмотреть. Мы пошли сюда посидеть. Куда? Я лишь бы посидеть, ты понимаешь, если ты даже. Ну, чисто дома сидели. Вот. Чисто дома посидели, дома в тепле. Пойдемте. Типа можно поплавать летом. Не, ну там военная. Военные эти. Суда. А, я помню, мы там были. Да, мы там были. Походить. Были. Там можно. Пойдемте там где-нибудь лавку найдем. Так, Никита, где? Не я же его взяла, а ты. Она врет. Да ё-моё, чуть не упал. Некит, мы объединились, если что. Просто пока она стрекется, резко берешь ее капюшон, опускаешь и ловишь. И просто убегаешь. Если ты крутой, то еще и накрываешь ее. А мусор взрывает. О, плывет там. Кто? Вот там, видите, вдалеке. Солнце, да? Надо было темно, надо все-таки темное. Вот там челик ползает. О, белый пароход. Никита, белый пароход. Белый пароход, ход. А что-то есть такое белый произведение, пароход. Белый пароход. А? Есть такое литературное произведение, белый пароход. Если ты не знал. Белый пароход бежит, качает. Вход по билетам. А? Вход по билетам. Касса, зимняя пристань. А куда, интересно? Вот когда-то до 2010 года в Ломоносов можно было переплыть. Блин, это жалко, отменили. Ё-моё. Вот да. Ломоносов вон там на том берегу. Я знаю. Разрушение моста. Да потому что это из-за дамбы. Южную дамбу сделали. И все. И отменили. Качаешься. Ну и лучше, конечно, спереди. В мясо. Там мясо написано. Мясо. Вот зря я чистильщика показали. Там мясо написано. В мясо. А, кафе мясо. Вкусное мясо, а не вкусное мясо. А как читается? Нет, там кафе мясо написано. Это Киево.